тут связь сорвалась. Вот, по такому поводу я удалила предыдущую трансляцию. Вот, начнем все сначала. С чистого листа, да, давайте опять. Питеру привет. Всем привет. Так, на чем мы остановились? На том, что я сижу одна и скучаю. Аленка, ты смешная, да. Чувство юмора у меня хоть отбавляй. Ура, я могу писать. Я могу читать, тоже здорово. Смотрела клип Клина. Да почему я читаю все вопросы подряд, черт возьми? Нет, я телевизор не смотрю. Знаю такой город Липецк. Липецк. У тебя прыщи есть? Нет. Уже нет. Чистая кожа, гарнир. Так, надо фильтровать вопросы. Подожди-ка, я настрою линзы. Так, сколько мне лет? Я бы по привычке сказала, что мне 22, но, увы, 23 года. Лера Соколова, красивая девушка. Я ее знаю как девочку с длинными, красивыми, здоровыми волосами. Зависть меня берет только так. Смотрю, на лошади, да, проехала, мне кажется. Так. По-моему, на лошади проехал. Сашу Спилберг знаешь такую? Я тоже не знаю. Кто ты по образованию? Серьезный человек. Очень. Женщина-терминатор. Каким препаратом губки делала? Каким только я не делала, наверное. Так, толком не отвечаешь ни на один вопрос. Ну, а вы чего хотели? Что я тут все карты на стол? Большое. Один комплимент. И все пропало. Духи не скажу. Так. У тебя не виснет интернет? У меня вообще все просто зависает. Аленка, ты же милый человечек, будь добрее. Ну а что, я зла, что ли, какая-то? Часто снятся сны. Один интересный вопрос. Каждый день экшен мне снится какой-то всегда. Извините за рекламу, мне заплатили, не могу. А? Нет, почему? На машине, я на машине. Жизнь потрепала тебя. Что-то сегодня все какие-то не на позитиве. Давайте лучше позитив. Какой негатив в субботу? Извините, но у вас кривой нос. Бобби Браун. Так, Ален, как думаешь, нормально сомневаться перед свадьбой? Мне кажется, у всех предсвадебный мандраж бывает. Это норма. А? Все,